Якутия должна сохранить свою долю акций для участия в управлении Алроса, считают парламентарии республики. По словам депутата Виктора Федорова, изменение ситуации в компании может повлечь за собой большие риски для бюджета республики. Напомню, накануне правительство страны опубликовало утвержденный прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Документом предусматривается сокращение доли участия государства в компании Алроса до 29% плюс одна акция с координацией продажи ценных бумаг, находящихся в собственности республики и муниципалитетов. На сегодняшний момент, когда половина, почти считайте, собственных доходов зависит от одной компании, мы должны участвовать в ее управлении. Но с перспективой, когда лет через 10-15, когда уже компания «Алроса» станет занимать меньшее место в бюджете, можно будет рассматривать вопрос по реализации всех этих акций. На сегодняшний день 25 плюс 1% акций защищены республиканским законом, и поэтому без участия госсобрания «Алтумен» это сделать невозможно.